первый раз в жизни надела носки. Как реагировали на носки? Иди сюда. Вот так. А вот с обувью у Миши более проблематично. Давай пойдем. Ай, молодец. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family, и со мной тут мои животные. И до того, как мы начнем смотреть их реакцию на обувь и носочки, как кошки и собачки на них реагируют и как они в них будут ходить, я хочу поздравить вас с наступившим 2018 годом и пожелать, чтобы в этом году вы еще больше улыбались, радовались и оставались на позитиве. И, конечно же, чтобы ваши мечты в этом году исполнялись еще больше, чем в прошлом 2017. С Новым годом вас, ребята! От всей нашей волшебной семьи мы вас поздравляли уже ВКонтакте и в Инстаграме. Кто еще не подписан, подписывайтесь, заглядывайте в наши соцсети. Также я сегодня скажу результаты нашего новогоднего конкурса, но это будет позже. И еще кое-какие новости сообщу. А ты подписывайся скорее на канал вот там внизу, чтобы не пропускать новые ролики из нашей веселой жизни с животными. И поехали! Вот такие вот у нас тут носочки для кошечек и собачек новогодние. И вот такие вот ботиночки и сапожки зимние. Мы, кстати, справили Новый год в тихом семейном кругу, да, Юмичу? Да. А вы, ребят, напишите в комментариях обязательно, как вы отметили Новый год, даже если у вас нет питомца, чем вы занимались. Кстати, еще заодно с наступающим вас Рождеством и ставьте новогодний лайк, если тоже, как и мы, хотите еще подарков. Начнем с кисы Алисы. Я буду надевать ей вот такие вот кошачьи носочки. Посмотрим, как она на них отреагирует. Вообще, они созданы именно для того, чтобы кошки не драли мебель, не портили вам обои. Как вариант, можно стричь когти кошки, как вариант надевать специальные насадки на когти. Но я лично для себя решила, что я буду стараться приучать Алису пользоваться когтеточкой и отучать ее что-либо драть. У некоторых может вообще не быть такой проблемы, а у некоторых есть. И здесь уже вам решать, использовать какие-то специальные штуки типа носочков или насадочек на когти или нет. Я лично от этого отказалась, но все-таки реакцию мне очень хочется посмотреть, тем более раз уж носочки подарили. Конечно же, кошка в носках лишена все-таки большинства своих возможностей лазить при помощи своих когтей по разным местам, поэтому мне кажется, что ей это, скорее всего, не очень понравится, но многие люди именно используют все-таки этот способ для того, чтобы защитить свои вещи. Киса Алиса обиделась. Понятное дело, что любое животное долгими трудами можно приучить к чему угодно. И даже кошку к носкам, но Алисе явно не нравится, и она пытается их как-то снять. Собаки интересуются, что же такое там на кисе Алисе. Алиске удалось все-таки снять один носок, который Юмичу у нее отобрала. И Алиса явно протестует и передвигаться в носках своих не хочет. Я посадила ее на домик посмотреть, как она будет двигаться здесь в носках. В общем, Алиске носки явно не нравятся, и она всячески пытается их снять. Я думаю, так будет с любой кошкой, которая первый раз в жизни надела носки. Ну ладно, сейчас сниму. Давай. Все. Сама сняла. Я думаю, у собак реакция будет намного интереснее. Сейчас я сниму с тебя носки. Да, она сейчас на меня точно обидится. Больше не будем этого делать. И как я сказала, я выбираю все-таки более натуральные способы. И ведь правда, зачем кошкам носки? Алискины носочки, кстати, могут подойти кому-нибудь из песиков, потому что они все маленькие. А вот с собаками дело обстоит совершенно иначе. И я сейчас объясню, почему. И до того, как мы продолжим наш обувно-носочный челлендж, я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что в 2017 году на всех трех каналах выходили ролики практически каждый день. И я немного подустала снимать и монтировать каждый день туда-сюда одно и то же. Поэтому мы решили сделать себе небольшие каникулы. Но это не значит, что роликов нигде не будет. Они будут везде, на всех каналах, только чуть-чуть реже. А вот с середины января все начнется по-старому. Ролики будут практически каждый день. Так что не переживайте. И ждите. По поводу носочков для собак, я думаю, их стоит использовать только в том случае, если у вас дома уж очень холодно и собака может мерзнуть. Но все же реакцию мы Юмину посмотрим. А вот по поводу обуви я абсолютно за это, потому что многие собаки на улице мерзнут, замерзают, у них лапки, например, у Эйвона очень сильно замерзают лапы на улице, и он из-за этого просто отказывается гулять. А также, если вы живете в городе, в таком, где, как в Москве, например, рассыпают везде химикаты,
Они очень сильно могут портить лапки собакам, портить подушечки и вообще наносить сильный вред, поэтому обувь обязательно нужна не только маленьким собачкам, но и большим, поэтому я всегда за обувь, если она необходима. Носки, конечно, я не совсем понимаю, но мне кажется, это будет интересно, да, Юмичу? Посмотрим, как ты будешь чувствовать себя в носочках. Кстати, на моем личном канале Энни Мэджик и на канале волшебных питомцев Magic Pets тоже ролики, ссылочки на них я оставлю в описании. Обязательно сходите и посмотрите потом, когда смотрите это видео. Вот так вот выглядят носочки на Юмичу. Да, Юмичу? Если вы смотрели очень старое видео, где у меня были только Эйвен и Софи, Юми, давай, ходи, иди сюда. Да, молодец! А Мишани и Юмичу с нами еще не было, то вы наверняка видели реакцию Эйвона и Софи на носки и обувь. Киса Алиса, что ты к нам тут пришла играть? А если не видели, я ссылочку вам оставлю, потом посмотрите, как реагировали на носки именно Эйвон и Софиша. И на ботиночки тоже, кстати. Юмичу, давай, ходи. Давай, давай, Юмичу. Давай, иди сюда. Вот молодец. Иди сюда. Иди ко мне. Давай. Ай, молодец, Юмичу. Конечно же, я, чтобы приучать, использую лакомство. Давай, Юмичу, в носочках ходит. Бегает уже даже. Ай, Юми. Молодец. Молодец, Юмичу. Иди сюда. Иди сюда скорей. Ай, молодец. Потеряла один носок. Сейчас наденем Мише носочки. Вот так выглядят новогодние носочки на Мишкиных лапках. Такая милота. Иди сюда, Юмичу. Конечно же, если вы считаете, что ваша собака нуждается в носках, то есть без них никак, то вы можете приучать ее постепенно, каждый день. Именно носки я не считаю необходимостью, поэтому для меня важнее скорее их приучить к обуви, но как раз носочков можно и начать. Идите сюда! На удивление, Миша в носках как будто родилась, она чувствует себя очень комфортно, не пытается их снять и ходит в них. Мишань, иди сюда! Иди сюда, давай! Скорее, давай! Давай, ай, молодцы, Мишенька. Ай, Миша, молодец. Молодец, лапку даже дает. Кто помнит историю Миши, тот знает, что приучать ее было к чему-либо крайне тяжело. Но, несмотря на это, Миша, по-моему, комфортнее даже Юми чувствует себя в носках. Иди сюда, Мишань. Мишань, иди сюда. Ай, молодец! Если хотите посмотреть реакцию Эйвена и Софи, как они ходили в носках, и это было совсем по-другому, переходите по ссылочке на старый ролик и там посмотрите. А мы сейчас будем мерить обувь. Киса Алиса, тебе, я смотрю, очень нравится играть с ботинком, да? У тебя ведь так мало игрушек. Сейчас мы оденем ботиночки Юмичу, она попробует в них походить дома, а потом мы отправимся на улицу, да, Юмичу? Давай, попробуем одеть ботиночки. Вот так, да. Отпускаем нашего покемона на землю. Давай. Первая и абсолютно нормальная реакция Юми, это, конечно же, замирание. Она не понимает, что ей надо делать. Софи пошла ее поддержать. Давай, иди сюда. Вот так, молодец. Юми, в принципе, ходит даже лучше, чем Эйвен и Софи в прошлый раз. Юмичу, иди сюда. Я поставила Юми туда. Юми, иди сюда. Ну, в принципе, Юми даже очень хорошо вроде как себя чувствует. Попроси. Вот молодец! Молодец, Юмичу! Ты даже попросить можешь в своих ботиночках. Ай, молодец, как Юми уже быстро ходит. Молодец, мой покемон. Юми прям уже бегает даже, да, скажи? А теперь будем одевать нас ботиночки Мишаньки, да, Мишань? Если те как носочки сверху, то эти... затягиваются такими липучками, да, Мишань? Давай. И они немножко потеплее, то есть они именно зимние, а те скорее осенние, защита от влаги и грязи. Да, Мишаня? Так. Ну как тебе в твоих замшевых сапожках, Мишаня? А? Иди сюда, иди ко мне. А вот с обувью у Миши более проблематично, чем с носками. Давай. Давай, давай, молодец какая! Ай, Миша, молодец! Вспоминая первую реакцию Эйвена и Софи на обувь, она была не такая, как у Юми с Мишей. Мишань, давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Она, конечно, немножко приподнимает ноги, но не сильно. Да ты хорошая. Ой, какая ты умница. Умничка ты. А ты штуку-то взяла? Вот,
Мишаня, пошла! Вывести Юми и Мишу по отдельности пока что, чтобы проконтролировать весь процесс, чтобы никто не испугался. Да, Мишань, иди ко мне, иди сюда. Вот молодец, давай учись ходить. Давай, пойдем, пойдем. Вот так молодец. Все, Миша уже прям быстро идет за мной. Да, Мишанька, молодец. Для первого раза нам этого достаточно. Не будем лишний стресс создавать Мишаньке. Юмичу поплыла немножко у нас тут. Да, Юмичу? Так. Ну как? Как тебе в обуви на улице, Юми? Ботиночки нужно правильно выбирать по размеру. И если вот ботиночки собаки великоваты или маловаты, они маловаты будут сжать, а великоваты будут спадать. Вроде пока все хорошо. Вот молодец, как быстро Юми ходит. Теперь у Юмичу не будут мерзнуть лапки, да, зимой? И не будут пачкаться. Пошли, Юмичу. Вот молодец. Ай, молодец. Ай, пойдем, Юмичу. Пойдем. Вот молодец, Юмичу. Юми решила сделать свои дела. По-моему, все нормально у нас, да? Пойдем скорей. Заходи. Все, сама. Сейчас быстренько подведем итоги нашего конкурса на новогодних фотографий Platinum год. Фоток было очень много, участников было очень много, выбирать было очень сложно. Вы все очень прикольные, вы все постарались, сделали реально новогодние фотки, передали новогоднее настроение. Но выбирать все-таки нужно было, ведь победителей всего 5. Чудинова Виктория и ее новогодняя фотография. Катя Величко и ее новогоднее настроение. Настя Урсол с очень классной новогодней фоткой. И Ангелина Амбарцумян, тоже с очень классной новогодней фотографией. И пятый победитель не из собачьего мира, как я говорила, можно было участвовать с любым питомцем или самому. Это Олесина Софа и ее очень новогодняя фотография хомячка. Очень прикольно. Со всеми победителями скоро свяжемся и отправим вам подарки. С Новым годом вас! С Новым годом! Подписывайтесь на наши соцсети, на другие каналы, переходите по ссылочкам в описании и скоро увидимся в новых видео в 2018. Пока!